На днях на армейской базе в Иорданской долине спасли раненого в разборках палестинца. Оказалось, что таких случаев в последнее время немало. Привезли палестинца на ворота с ножевым ранением. Он был ранен в спину, в очень тяжелом состоянии, почти не мог дышать. Наш парамедик вместе с врачом сделали ему очень сложную процедуру. Фактически операцию в полевых условиях, очень опасную. Но они спасли ему жизнь, и я им помогала. На этой базе много разных случаев. По крайней мере, раз в неделю происходит что-то серьезное. И в основном с палестинцами. Они понимают, что мы лучше, чем их красный полумесяц, и предпочитают прийти к нам, зная, что здесь сделают все как следует. В Иорданской долине, где находится эта база Цахова, есть арабские и еврейские поселения, рядом граница с Иорданией. Пасторальные пейзажи и тишина очень обманчивы. Случаются и теракты, и попытки захвата солдат. Наша обязанность – это дать медицинскую помощь солдатам. Но так как мы врачи, нет у нас разделения на солдат, на местных жителей, на евреев, на арабов. И скорая помощь, она выезжает и лечим всех, кого необходимо. Подполковник медицинской службы Катаев награжден медалью за мужество спасение раненых во время операции «Литой свинец» в Газе. Но здесь нет четкой линии огня, а для израильских медиков нет разделения на своих и чужих. Мы роды принимали, например, в том году у нас была палестинская женщина, и нам загрузили в скорую, мы только поехали, начались роды, мы приняли. В бригаде армейского реанимационного амбуланса парамедик, три фельдшера и водитель. Водитель тоже фельдшер и член команды. Кстати, все три водителя амбулансов на этой базе – русскоязычные ребята. Есть даже девушка Алина. Они сверхсрочники. А призывники попадают в медицинские подразделения после специальных трехмесячных курсов. Под моим началом все бригады медиков. Это профессиональные команды, которые каждый день тренируются, чтобы во время реального случая быть максимально эффективными. Каждый фельдшер Цахова в присяге клянется оказывать медицинскую помощь любому человеку, без различия национальности или религии, еврею, арабу, христианину. Все эмоции отставить в сторону и оказать необходимую помощь. Гидон Дубинский, Алла Казакова, специально для RTN, Иорданская долина, Израиль.